Пернатый друг Олет. Смотри, Лайонел, какой ты молодец! Жаль, у меня питомца нет. Они прикольные. Да, но за ними нужен уход. Я знаю, но они того стоят. Ведь с ними так весело. Правда? С ними можно играть. Это сигнал тревоги. Кто-то пытается проникнуть в штаб. О, нет! Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... Кэтбоя! Герои в масках! О! Что это? Это не взломщик, это птица! Она милая! Ну давай, лети ко мне! Смотрите, я ей нравлюсь! Я ведь тоже птица! Может, она будет моим питомцем? За питомцами нужно ухаживать, Олет. Это тяжелый труд. Ничего, справлюсь. Я назову ее птичкой. Ха! Думаешь, ухаживать за питомцами это просто? Птичьи мозги. Боюсь, это не так. Кыш! Она явно будет плохой хозяйкой, и это мне на руку. Ха-ха-ха! А теперь приведем мой план в исполнение. О, птичка, не бойся, все хорошо. Смотрите, лунная девочка что-то крадет из музея. Олет, побудь с птичкой, а мы в музей. Но я тоже хочу поехать, мне обязательно оставаться. Да, а еще ей нужен какой-нибудь домик. Сделай ей гнездо вон там. О, я сделаю, но позже. Лунная девочка уйдет к самолету. Уверена, с птичкой ничего не случится. Лунная девочка, мы знаем, что ты украла что-то из музея. Что именно? Кое-что для моего лунного логова. Мне больше не нужно. Ой-ой! Готов к отбой. Поймал! Но почему она ее бросила? Клянусь своими ушами, здесь что-то не так. А может, она просто неуклюжая? Ладно, вернем вазу, а потом на базу к птичке. Птичка перевернула здесь все вверх дном. Птичка, зачем ты это сделала? А? Может, потому что ты оставила ее одну? Лайонел тоже бедокурит, если я не уделяю ему внимания. Я думала, питомцы – это прикольно. Они прикольные, но их нужно выгуливать и дрессировать. А еще... А? Это снова лунная девочка. Она в зоопарке. Герои в масках вперед! А как же птичка? Я знаю, возьмем ее с собой. Она подышит свежим воздухом, а я ее подрессирую. Нельзя брать ее на задание. Ничего не будет. Правда, птичка? Кыш, кыш! Прекрати, лунная девочка. Пусть бабочки летят домой. О, нет! Негодники в масках опять хотят мне веселье испортить. Скорее, мотыльки, улетаем отсюда. Странно. Обычно ее очень трудно прогнать. Бабочки, вы можете вернуться. Птичка, ты их пугаешь. Подожди меня в самолете. Она просто хочет внимания. Олет постоянно оставляет тебя одну.
Что ж, первый этап плана выполнен. Я думаю, ты готова ко второму. Лунная сила, создай еще два лунных кристалла. Оставь их в комнатах Олет и Гекко, чтобы я могла захватить штаб. И смотри, не подведи. Ну вот, бабочки, дом, милый дом. Есть! Что это с птичкой? Она побывала на интересном задании. Она должна быть рада. Ты не понимаешь животных. У нее нет дома. Ты ее не дрессируешь, и она наверняка голодна. Ой, что ж, идем, птичка, пора кушать. А мы уберем комнату Кэтбоя. Лунная девочка? Птички-невелички, надо сказать ребятам. Нет, птичка, оставайся и ешь. А я скоро вернусь. Я только что видела на экране лунную девочку. Она здесь. Ясно, давай. Стоп, что это? О, это еда для птички. Она оказалась голодной. Надо было ее покормить. Я покормлю Гекко, когда мы разберемся с лунной девочкой. Она тебя даже не покормила, верно? Что ж, давай. Делай, как я учила. А я отвлеку олухов в масках. Ой-ой, за штабом что-то не так. Я превратила его в гигантский лунный магнит. Вы не сможете попасть внутрь, так что скоро, благодаря птице, он притянет все, что есть в городе. Оно станет моим. Что? Это моя птичка сделала? Не может быть. Еще как может. Твой домашний питомец принес мой лунный кристалл прямо в ваш штаб. Но теперь, когда штаб стал моим, забирай свою птичку. Но как птичка могла так поступить? Может, дело в том, что ты плохо за ней ухаживала? Ты прав, Гекко. Если бы я уделяла ей больше внимания, этого не случилось бы. Птичка, если ты меня слышишь, то прости. Питомец — это не игрушка. Надо быть внимательнее. Я все исправлю. Настало время героев. Я собираюсь... Эй, смотри! Птичка! Птичка, я обещаю больше тебя не оставлять. Я сделаю тебе гнездо, буду кормить и дрессировать. Мы будем друзьями. Слушай, что это за шум? Что происходит? Похоже, лунный магнит заработал. Все притягивается к нашему штабу. Ворота могут сломаться. Если все это врежется в штаб, он разрушится. Герои в масках, надо срочно действовать. Улетай, птичка. Хочешь помочь? Хорошо, летим. Супер! Мышцы! Давай, Гекко, мы сможем! Я так не думаю. Ничто не остановит мой лунный штаб. Благодаря лунным кристаллам все станет моим. Значит, подружились? Да, и мы с птичкой тебя остановим. Олет, мы поддержим ворота, а ты лети в штаб и отключи луч. Ха! Штаб заперт на магнитный замок. Вам туда никак не попасть. Нужно как-то проникнуть в штаб. У тебя есть план? Хорошо, я в тебя верю. Что будешь делать, пернатая? Противная птица! Стой! Молодец, птичка! Я помогу Кэтбою и Гекко. Выключишь лунный луч? Жалкие герои в масках.
и случилось. Эта гадкая птица оказывается хуже вас. Но я с вами разберусь. Это еще не конец. Мы с птичкой будем тебя ждать. И мы тоже будем ждать. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Лайонел, сидеть! А теперь аборт! Это потрясающе! Смотрите, это птичка! Привет, птичка! Покажи, что ты умеешь! О, учить питомцев трюкам – это очень непросто! Я знаю, но мы тренировались! Давай, птичка, покажи трюк! И сидеть? А теперь спой!